Привет, друзья! Решил записать для вас небольшой анонс о том, что будет происходить на канале. Напомнить вам о том, что канал все еще существует, о том, что хейтеры еще не добрались до меня. Со мной все хорошо. Просто последние пару месяцев у меня не то, что монтировать видео желания не было. У меня не было даже особо желания выходить на улицу. Я занимался своей музыкой немного, но все равно было очень лень. Мотивации что-то делать было очень мало. Но вот на днях я пересматривал свои старые влоги, которые я так и не доделал. И понял, что их надо смонтировать, как минимум для себя, чтобы потом было что показать своим потомкам. Буду пытаться хотя бы раз в неделю что-то выпускать, так что думаю, что активность на канале значительно подымется. Но также хочу вам сказать, что на канале, скорее всего, произойдут некоторые изменения, потому что у меня давно есть желание снимать всякие обзоры на музыкальное оборудование. У меня накопилось довольно много интересного винтажного оборудования, поэтому, возможно, появится такая вот рубрика. Ник, иди сюда. Также не забывайте про новое Иисусе видео, которое я должен был залить еще много месяцев назад, но из-за своих андры, конечно же, я ничего так и не доделал. Но все будет, ребята, не переживайте. На днях будет новый влог, у меня уже есть несколько влогов, которые я доделал на 90%, и на днях точно что-то будет. В общем, ребятки, мы с псом прощаемся с вами, ждите новый влог на днях. Хорошего вам настроения, хорошего вам дня. Побежали! Бежим делать новый влог, Ник, быстрее, Ник, побежали! Единственное, о чем я хочу вас попросить, друзья, это чтобы вы ставили лайки и смотрели мои видео, потому что на монтаж длинных влогов я трачу очень много времени, потому что я стараюсь делать их очень качественными, ну, насколько это возможно. И плюс еще у меня бывает очень часто тупит там премьер и все прочее, поэтому времени уходит просто вагон. Поэтому ставьте лайки, смотрите, и тогда будет много видео, у меня будет мотивация. И все, всем спасибо. Ребята, также хочу вас пригласить на выступление моей группы «Рпение», которое пройдет 11 июля в каком-то ноунейм-клубе. Кроме нас, там будет еще несколько ноунейм-групп, таких же, как и мы. Это все пройдет в Киеве, так что если кто-то хочет услышать нас живьем, будем всем рады. Приходите. Ссылку на мероприятие я оставлю под видео.